Темрюкский район, расположенный на юго-западе Краснодарского края, известен далеко за его пределами как территория, где сегодня ведется строительство века, возведение моста через Керченский пролив. А еще как виноградное сердце России. Здесь выращивается 80% столового и технического винограда, производимого на Кубани. Выпускают качественные вина, завоевывающие награды на мировых конкурсах и профессиональных дегустациях. А еще уже несколько лет, в августе, тысячи туристов едут сюда, в небольшой поселок Стрелка, на необычный фестиваль «Арбузный рай», который впервые прошел в 2009 году. Фестиваль – это популяризация бахчеводства как вида сельскохозяйственной деятельности в Темрюкском районе, привлечение инвесторов в эту отрасль и, конечно, привлечение туристов на Таманский полуостров. В поселке нет винзавода и моря, нет больших градообразующих предприятий. Основное его богатство – земля и люди, которые могут на ней работать, ухаживать за каждым семечком, опущенным в нее. Раньше краснострельское поселение было известной в Краснодарском крае территорией развитого овощеводства. Специализированный овощеводческий совхоз «Стрелка» не выдержал бурного ветра перемен и перестройки. Но остались желающие плодородить земли и люди, которым надо содержать семьи, растить и учить детей. Стойкие к капризам погоды фермеры-одиночки стали примером, как выходить из кризиса другим стрельчанам, и за десяток лет бахчеводством в поселении занялись многие. Не все, не всегда и не у всех получается, как того хотелось бы, но жить можно. Кормить себя и других. Не просто засевать поля, собирать урожай дынь и арбузов, но и заниматься селекцией, проводить семинары, выращивать не только бахчевые, но и разнообразные овощи. Пожиная душистые и сладкие плоды своего труда, бахчеводы организовали фестиваль «Арбузный рай», аналога которому в Краснодарском крае нет. Жители и гости Кубани, приезжая на фестиваль, имеют возможность лично познакомиться здесь с ведущими фермерами, бахчеводами и селекционерами. Гости Темрюкского района могут узнать много нового и интересного о выращивании бахчевых культур на Таманском полуострове, отведать бесплатно лучшие сорта арбузов и дынь, узнать тайны выращивания квадратных арбузов, арбузов с желтой мякотью, без семечек, попробовать арбузные и дынные горилку, шашлыки, цукаты и варенье. На память об арбузном рае остаются фотографии у памятника арбузу. У арбузов весом более 60 килограммов. На фестивале можно поучиться карвингу, искусству вырезания узоров на арбузе, поиграть в арбузный боулинг или в арбузно-дынные шашки. А также увидеть театрализованные представления, где главными героями являются арбузы и дыни, выиграть гигантский арбуз в лотерею, ликовать от всего увиденного и испробованного под яркими огнями фейерверка рядом со звездами в августовском небе на исходе лета. И сказать искреннее спасибо людям, которым не страшны санкции и которым на руку импортозамещение. Они могут и будут трудиться от зари до зари, чтобы иметь возможность самим жить достойно и устраивать для всех ежегодно праздник-фестиваль «Арбузный рай».